Югре индивидуальный комплект мобилизованного дополнят еще 3 позициями. Об этом рассказали на заседании окружной мобилизационной комиссии, которую провела губернатор Наталья Комарова. Комплекты по изначальным перечням из 28 позиций уже собраны. С 19 октября их выдают югорчанам, которые проходят боевое слаживание в воинских частях. Дополнительные 3 позиции закупят до конца октября и также передадут нашим землякам лично в руки. Кроме того, на заседании разъяснили порядок подачи заявлений для тех мобилизованных, у кого есть 3 детей до 16 лет. По новому распоряжению многодетные отцы не подлежат частичной мобилизации и могут вернуться домой из учебного центра. Должен представить заявление в призывную комиссию по мобилизации муниципального образования, откуда он был призван, с подтверждающими документами. Вот. После чего будет вынесено решение об освобождении его от частичной мобилизации. И мужчина будет направлен домой. Хорошо. Итак, супруг может в воинской части написать соответствующее заявление, если он считает, что это для него лично, как для гражданина, возможно. Супруга доносит документы, подтверждающие это факты изложенного заявления. Непосредственно военкомат по месту жительства.